Многофункциональный центр стал равноправным партнером органов ЗАГС. Сегодня услуги по выдаче свидетельств о рождении и смерти предоставляются в отделах МФЦ Яшкульского, Целинова, Городовиковского и Лаганского районов. В эти отделы приобретены 4 программно-аппаратных комплекса, защищенный компьютер Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Также проведена большая работа по подготовке необходимой документации, обучению сотрудников МФЦ на базе регионального управления ЗАГСа. С сегодняшнего дня отдел МФЦ по Лаганскому району начал прием услуг регистрации актовых записей по рождению и смерти. Это позволит упростить процедуру получения документов, так как мы ведем прием в режиме одного окна. И сделать получение документов удобнее для наших заявителей. Исключением составляют случаи, когда регистрация рождения совпадает с одновременной регистрацией усыновления отцовства. Ну, если родители состоят вне брака. В этом случае получение свидетельства о рождении нужно будет по-прежнему обращаться в ЗАГС. Отмечу, с прошлого года услуги ЗАГСа по принципу одного окна доступны жителям Элисты. Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Калмыкии, наш регион стал 5-м субъектом в России после Москвы, Московской, Ленинградской и Ярославской областей, где реализуется эта услуга.